Начало работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции срывают. Об этом заявили сами члены этого органа. Они утверждают, если агентство не заработает в ближайшее время, Украина может не получить денег от Евросоюза. Согласно приложениям к соглашениям о предоставлении Украины макрофинансовой помощи, Украина должна ежемесячно, ежеквартально предоставлять отчет о количестве возбужденных уголовных производств в отношении должностных лиц в части коррупции, а также о количестве проверенных деклараций о доходах. Сегодня в агентстве должно работать 5 членов, однако выбрали только 3. В конкурсной комиссии говорят, во время отбора некоторые их члены намеренно сорвали голосование за кандидатов. Перед самым голосованием отказывается от одного голоса один из членов комиссии. Казалось бы, все должно завершиться положительно, но во время самого голосования не голосует, предварительно 3-жды подтвердив свою позицию по кандидатуре господина Венеславского, господин Ващенко. Однако уже избранные члены заявили, агентство может начать работу без 2 коллег, но полноценно работать не сможет. Так даже голову выбрать не получится. В конкурсной комиссии надеются, если будет желание и воля, то недостающих 2 людей найдут еще до конца года.